Бдительная стража на улицах города сделала Фаюм безопасным для всех. Трущобы египтян сносят и переносят подальше. Греческий квартал надежно защищен. Безопасно. Хай позишн, Герех. Я весь в маске. Надо действовать аккуратно. Thank you.
ничто! Эй, ты! Стой! Что ты? Так, не теряем бдительность. Сказал все, что знаю. Кто ты? Друг, жди и не шуми. Я вытащу тебя.
Боги, спасибо. Ты от Хатифриса? Нет, но он мне нужен, чтобы отыскать крокодила. Поможешь? Хатифрес сел на корабль до Меридового озера. Торговое судно со статуей отмечено нашим знаком. Крокодил отправил на его поиски наемников. Мне надо спешить. А ты спрячься. Прощай. Нунес, Нил Джерианг. Так, теперь они прислали за мной египтянина. Что ж, я уже давно не проливал столько крови. Меня прислал Аполлодор. Мы на одной стороне. И кто ты? И зачем пришел? Я Байек из Сивы. Что ты знаешь о крокодиле? А призраки, что поставил Фаюм на колени? Зачем он тебе? Он один из тех, кто разрушает Египет. И я намерен истребить этих тварей. Байек из Сивы. Пойми, они очень сильны. Крокодил изменил не только землю, но и людей. Тех, кого не смог запугать, он заставил служить. И ты не знаешь, кто такой крокодил? Я украл кодекс у продажного греческого магистрата. Из него ты узнаешь, кто такой крокодил. А орден можно будет уничтожить, только если передать кодекс Аполлодору. Где найти кодекс? Сейчас он у моей жены Хинут. Пока птолемейцы ищут меня, она в безопасности. Я пытаюсь сбить их со следа. Вот. Отдай Хинут, и она поймет, что ты друг. Это для моей дочери. Заберешь кодекс? Иди на пристань на юге Евхимерии. Кстати, Байек, зайди на мой корабль. Там есть записи о делах, в которых может быть замешан крокодил. Может пригодятся. В дерево. В чью честь эта святыня? Я молюсь за несчастных, погибших в пожарах в Дионисии. Кто ты? В деревушках возле... В деревушках возле Псинириса пропадают люди. В караван-сарае все говорят про каких-то демонов. Демоны? Каковы они? Стоит проверить. Ахачи!
Эч! Эсфет! Хлеба у нас нет, наши дома сожгли, землю отняли. Что мы теперь будем есть? Пока греки говорят о богатстве, Египет голодает. Богатство для всех, говорите? Ну, и где оно? Где порядок и процветание? Все только для греков, а египтянам ничего. Новые законы греки пишут для себя. Фаюм – наш дом, но все лучшее теперь достается грекам. В некоторые лавки египтян вообще не пускают. Греки жиреют и богатеют, а мы голодаем. И податей с нас берут больше. Как же так вышло? Это наш дом. Египет – наша страна. Богатство для всех? Хлеба у нас нет. Наши дома сожгли, землю отняли. Нужно привести все в порядок и браться за дело. Хинут? Да. Я от Хатефреса. Пришел помочь. Вот, кукла твоей дочки. О, я давно ждала вестей от мужа. Спасибо тебе. Поговорим за едой. Чудесная Баик. Ее будут звать Исет, и она будет защитницей Фаюма. С тех пор, как Хатефрес заполучил этот кодекс, Фаюме стало неспокойно. По ночам всюду солдаты шныряют с факелами. Эти негодяи нашу кухню едва не сравняли с землей. Но хотя бы нас с Шадзией не трогают. Хатефрес об этом позаботился. Где сейчас кодекс? Я отправила самого надежного слугу спрятать его на нашей вилле. Они могут рыться там сколько пожелают. Это бесполезно. Отведешь меня? Меня снова вызвали на маяк для очередного положенного допроса. Будь осторожна. Похоже, их командиры подчиняются крокодилу. За меня не беспокойся. Не впервой. Они ни за что не посмеют тронуть представителя власти. Шадия, покажи Байку, где наш дом. Пойдем, дядя Байк. Наш дом видно вон с той крыши. Я покажу. Ты же не боишься высоты. Я за тобой, малышка. Веди. Научился так лазать. Здорово! Я часто здесь бываю. Отсюда такой чудесный вид. Люди не могут быть счастливы, как прежде. Ничего. Твои родители присмотрят за ними. Так где твой дом? Там, на холме. Видишь? Да, там солдаты. А теперь... Ничего не случится. Исет очень сильная. Она хранит меня. Лучше не привлекать внимания. Ах! Ах!
Что ты... Что, нашли кодекс? Еще нет, но найдем. Капитан пока допрашивает судно. Глупая деревенщина. Поддается. Мешает что-то с той стороны. Поищу другой путь. Боги. Это писала Шадья. Кодекс у нее. А я отослал ее к Хинут. Нужно найти Хинут раньше, чем солдаты. О, Шадья, что же ты наделала? Нельзя вставать на пути у крокодила! Видел Хинут? Где она? Я видел, как солдаты повели ее к маяку. И Шадью тоже. Хинут с ними спорила, но те не слушали. Что-то случилось, да? Такого раньше не бывало. Беги к Хатефресу. Быстро! Проклятье! Хинут и Шадья уже на маяке. Мне нужно туда. Нек. Богатство для всех, Нек! Говорите. Ну, и где оно? Где порядок и процветание? Все только для греков. Ту, миру. Туэр, тесуэр. Эй, ты! Эй, ты! Стой!
Что ты? Вот ты где! Это мне не по себе. А ну покажись. Живо. Шадия. Все кончено. Победа за крокодилом. Кодекса нет. Моя дочь Шадия. Он отобрал у нас все. Он заплатит за это. И все, кто ему служит. Это
это не вернет нам Шадью. Нет. Но вместе ты найдешь утешение. И я тоже. Пусть так. Я сделаю все, что в моих силах, брат. Хинут что-нибудь рассказала? Только то, что с солдатами приходили другие. Могучие, статные воины. Один из них рыжий. Кто они? Бандиты? Думаю, это гладиаторы. Они из Крокодилополиса. И этот... Этот мерзавец использует их как наемников. Я найду этого мерзавца. Он умрет.